Желающих бороздить просторы Игромира оказалось более чем достаточно. Мы их не считали, но обилие гостей выставки оценили сразу. Было тесно. Толкались везде и по любому поводу. Кого-то тянуло к игровым новинкам, кого-то к подаркам. Здесь было все. Новые компьютерные и видеоигры, железо, мобильные телефоны и, конечно же, вечное украшение праздника – прекрасные девушки. Густонаселенный Игромир шумел, что было мочи. На каждом стенде веселились от души. Некоторым даже потребовалась помощь медицинских работников. Правда, не для экстренной эвакуации, а для экстрим-драйва стимуляции. Но главное орудие издателей игр не медицина, а игровые новины. Все эти уловки привлекли немало внимания посетителей, они не заметили, как оказались в эпицентре игрового безумства. Но никто не в обиде, поиграть на выставке было во что. В авто-аркаду GS2 Hot Import Nights, Beowulf, Mass Effect и особенно приятно в отечественный проект Death Track Возрождение. Разработчики не случайно вспомнили и возродили самый первый экшен-рейсинг. По их мнению, прошлые игры этого жанра, а они имели в виду в том числе и Crash Day, не оправдали ожиданий геймеров. Поэтому и было решено сделать обновленную версию старого игрового монстра. В результате бывшие шоссе стали настоящим полем боя, выжить на котором под силу лишь крутым парням на бронированных и прокачанных тачках. Еще одна звезда игрового мира – экшен Assassin's Creed. Или нет, его продюсер – очаровательная Джейк Реймонд. Перевели дух? Тогда продолжим. Есть еще порох в пороховницах. Точнее, он есть в арсенале настоящих пиратов. Значит, мы сделали вот «Корсары. Возвращение легенды» на базе игры «Корсары 3». И теперь, значит, наш второй опыт на базе уже игры «Корсары. Возвращение легенды». Мы делали сиквел, сделали. И он выходит у нас 20 ноября этого года. Это сиквел «Корсары. Город подземных кораблей». Мы постарались сделать игру такой, чтобы она на игру похожа не была. То есть учесть аспекты жизни пирата как можно больше и дать ему такие приключения, чтобы геймер просто от них ошалел и почувствовал настоящим капером и корсаром, пиратом и так далее. То есть мы даем ему и привлечем при полной свободе геймера. Геймер может заниматься всем, чем угодно. Он может быть пиратом, грабить на этом суда, он может быть капером, то есть купить патент нации и работать на определенную державу какую-то. Он может там вообще попасть в этот несчастный город подземных кораблей, там нахватать проблем, скажем так. Потом он может там влюбиться, жениться, развестись там и так далее. То есть все это есть. Я понял, каково это быть корейским пиратом в 17 веке. А сейчас вы полноценный пират, почему вы не в костюме пирата сегодня? Вы знаете, я искал по всей Москве, но какие-то костюмы были, ну не очень, а достойного не нашлось. Поэтому пришлось облачиться в гражданку, вы понимаете. На выставке все веселились, а издатели, как это водится, боролись за мировое господство. Не слабый захват территории, четверть второго этажа, произвел издатель игр Boogie, Skate, Hellgate London, Crysis и Need for Speed Pro Street. На выставку приехали многие именитые разработчики. Здесь можно было запросто пообщаться с основателями Crytek и разработчиками уникального движка для игр братьями Ерли. Они рассказали о том, как они вместе придумывают проекты, веселятся, тусуются, о своих ближайших планах и любимых играх. Все это и многое другое вы сможете увидеть в следующем выпуске подкаста. На выставке припарковали даже грузовик и огромный джип, чтобы нагляднее было. Серия гоночных игр «Полный привод 2» «Хаммер», «Дальнобойщики 3» «Покорение Америки», «Адреналин 2» «Анархия» и описанный раньше «Death Track Возрождение» пришлись по вкусу многим геймерам. Кратко говоря, было не скучно. Это уже второй Игромир на нашем веку, и, как подсказывает интуиция, не последний. Игромир 2007!
разные игра мира поражают. Сегодня мы показали только часть того, что увидели сами. Но скоро вас ждут еще более интересные подробности выставки и самые актуальные интервью на GameLand.ru и GameLand TV.